Родина Ємельянових уже знана в Дніпропетровську як волонтерська. Без особистого транспорту та з двома малими на руках ця пара неймовірно багато допомагає армії, пораненим, дітям і дорослим. Але зараз мова не про це піде. Зараз це невгамовне сімейство готується у великий похід – 30 діб Україною. Таким чином, Ємельянових хочуть привернути увагу людей в різних містах країни до благочинності та активного життя взагалі. Тож знайомтеся, Ольга і Дмитро Ємельянови, а решту гостей батьки представлять самі. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, представляйте наслідників. Это самый главный наш начальник штаба Николай Емельянов, позывной Ястребок. Это наш завскладом Михаил Дмитриевич, старший. Старшему? Три. Три, младшему год. Год, да. Ну и уже на телевидении, молодцы. Активная жизнь благодаря активным родителям. Итак, как появилась такая идея 30 дней Украиной? Мы долго думали в связи с снижением активности людей, каким образом можно немного привлечь внимание, немного возбудить интерес к волонтерству. И, в принципе, это не только касается волонтерства, это вообще гражданская позиция активная, активного образа жизни касается. И решили совместить нашу поездку, наш отпуск с такой волонтерской миссией, познакомиться с волонтерами в других городах Украины, снять про них какие-то сюжеты, фотографии выложить, чтобы о них узнали. И таким образом показать, что на самом деле очень активна Украина, участвуют, причем, ну, как в маленьких городах, так и в больших. Ну, все-таки двое маленьких детей, это достаточно сложно, насколько я понимаю. Как вы будете передвигаться городами Украины? То есть это автостоп или что это такое? Мы будем ехать поездом по большей территории Украины. На оставшейся территории, это Ивано-Франковская, Львовская область, будем передвигаться автобусами. Как юные дарования настроены психологически на такой 30-дневный маршрут? По опыту знаем, что детям хорошо, когда спокойны родители. Если родители, ну, уверены в том, что смогут обеспечить условия для проживания, для питания, для комфорта детей, я думаю, что им будет только интересно. Ну и давайте говорить Днепропетровск, точка отсчета. Первый город какой, да. И ждут ли уже вас там, и дальше проложите маршрут. У нас промежуточный город будет Запорожье, мы там задержимся на один день. После Запорожья будет Херсон, после Херсона Одесса, Ужгород, из Ужгорода во Львов, а дальше по Ивано-Франковской области с восхождением на Говеру. После Ивано-Франковской области мы поедем в Луцк, Киев и обратно возвращаемся в Днепропетровск. Но если вы сказали о том, что хотите поближе познакомиться с волонтерами, да, других городов, популяризировать это движение, то есть, насколько я понимаю, в этих городах уже есть однодумцы, которые вас ждут. Да, в Запорожье мы планируем посетить военный госпиталь Запорожья, проведать раненых и рассказать о волонтерах, которые обеспечивают работу госпиталя, которые помогают там. Плюс мы хотим на Хортицу, нам уже пообещали контакты людей, которые, ну, и активисты, и одновременно в самообороне, и они же в Хунахортице участвуют активно вот в культурной жизни. Поэтому вот будем контактировать, а с волонтерами госпиталя уже договорено, да, они нас ждут. Прозвучала фраза «восхождение на Говерлу». Честно говоря, легкое недоумение, как можно с детьми подняться на Говерлу. Это зависит еще от погоды, то есть если будет там хорошая погода, не будет метели, не будет заносов снежных, вот, и будет все благоприятствовать, да, то мы, да, будем совершать восхождение с целью и с, ну, с таким намерением, кроме того, что привлечь внимание, мы хотим, ну, показать в какой-то момент преодоление себя, выход из зоны комфорта уже куда уж шире выход, чем вот подъем в горы. И, ну, на самом деле это однодневный поход будет. Но мы хотим развернуть флаг Украины и показать, что, ну, возможно с двумя детьми путешествовать, заниматься не только личной, но и общественной жизнью и участвовать как-то в жизни страны. Вы уже частично об этом сказали, но все-таки давайте сакцентируем внимание на том, а что может помешать или
прервать 30-дневную поездку по Украине, то есть о форс-мажорах? Ну, естественно, это погода, это касается таких горных походов, это, естественно, что болезнь детей, если или нас, вот, а все остальное, в принципе, все вопросы решаемы. Вот, обеспечить комфорт в каких-то экстремальных условиях мы уже умеем, вот, поэтому мы стараемся предусмотреть все, если что-то у нас не получится, то, ну, будем корректировать планы, будем гибкими. Понятно, что жесткого графика у нас быть не может. Ну, вы очень оптимистичные люди, и такие люди никогда ни о чем не просят, но тем не менее, что днепропетровцы могут сделать для вас, чем помочь? Ну, в данный момент мы ищем снаряжение туристическое или в аренду, или там, во временное пользование, которое мы все равно потом отправим в АТО. И нам нужна, очень нужна видеокамера GoPro. Это облегчит существенно вот, процесс съемки. Вот. А все остальное пока что есть. То есть, насколько я понимаю, камеры сейчас нет, и если нас кто-то слышит, то это необходимо сейчас номер один. Именно GoPro, да. Я как фотограф, я снимаю вот свои, ну просто чтобы освободить руки, это было бы, ну, плюс в удобство, в мобильность, в комфорт. Ну, это такое. Вы уже более полугода занимаетесь волонтерством. А кто первым начал? Глава семейства или у вас глава семейства? Вот это один и это второй, насколько я понимаю. Нет, я начал с того, что вступил в батальон территориальной защиты Приднепровья. Мы дежурили на блокпосту в Подгороднем. Но после того, как в сентябре мы с отделением моим ушли оттуда, собственно, подвернулась возможность, ну и даже необходимость заниматься волонтерством. Это началось после того, как мы сходили в Мечниково, проведали ребят, которые были после Иловайска. И уже, вот так все началось, ну, да? После этого, да, уже просто вот когда увидишь ребят, которые там находятся, это был большой наплыв раненых, уже дома просто невозможно было сидеть. Это... Ну вот несмотря на то, в первую очередь это вопрос к вам, несмотря на то, что, по сути дела, полгода назад это грудной ребенок, вы включились достаточно активно. Таких активных, кормящих грудью мам в Днепропетровске волонтеров много? Ну, я видела фотографии девочек, которые плетут сети, вот в слинге, детки у них тоже. Вот, у нас есть активные мамы, у которых двое-трое детей, но они, ну, вот, не, ну, небольшое, как бы, удобство имеют машину, и тогда запихивают детей в автомобиль и ездят. Но у нас очень много, на самом деле, волонтеров-мам, которые вот с маленькими детьми у нас, и годовалые были, вот когда они начинали волонтерить, полутора года, трехгодовалые, то есть, ну, много очень таких активных мамочек у нас. Ну и замечательно. И у вас есть возможность еще более популяризировать с помощью 9 канала движение волонтерства и еще раз обратиться к тем, кто вам может помочь в вашем, я считаю, подвиге. Восхождение на Гаверу с двумя детьми. Это подвиг. Возможно, стоит пригласить специалистов и в Книгу рекордов Гиннесса попасть. Ну, посмотрим насчет этого. Мы себе такую цель не ставили. Да. Мы, на самом деле, есть ребята, которые ходят и на Кавказ с более мелкими детьми, в Непал. Поэтому мы, на самом деле, не первые. Вот, это такая, ну, не самое важное, да. Мы хотим, чтобы люди понимали, что активными быть, неравнодушными быть нужно и можно. И, на самом деле, предел человеческих возможностей гораздо выше, чем мы можем себе, ну, там, как-то поставить. Мы себя сами ограничиваем, на самом деле, в путешествиях, в участии в жизни ближних. Поэтому просто не надо бояться и надо делать все. Дальше. Ну и, наверное, последний вопрос. Если кто-то захочет проводить семью Емельяновых в великий поход с цветами и камерой GoPro, куда и когда приходить? В районе где-то в 6 утра мы будем выезжать с нашего центрального Днепропетровского автовокзала рейсом Днепропетровск-Запорожье. Ну, то это 6:30. Это произойдет в среду, насколько я понимаю. Воскресенье, 3 мая. Да? То есть у нас еще есть определенный запас почти времени, неделя, чтобы найти камеру, купить цветы и проводить семью Емельяновых в великий поход. Ну что, дякую за можливість спілкування із вами, з усіма чотирма, що знайшли можливість завітати до нашої студії, і великих перемог вам. Дякую. У кожному кроці. Дякую. Так незвично завершуємо сьогодні наш прямий ефір.